Сегодня, 14 октября, в нашей стране отмечаются два праздника – День защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. По этому случаю в строящемся храме, который символично носит название Покрова Божьей Матери, состоялся молебен. Напомним, праздник Покрова Пресвятой Богородицы для запорожских казаков имел особое значение. В этот день даже было принято избирать новых старшин. Поэтому День украинского казачества был установлен в Украине 14 октября еще в 1999 году по указу президента. Позже, в 2014 году, согласно указу Петра Порошенко, этот праздник получил название День защитника Украины и стал выходным днем. Таким образом, была отменена дата 23 февраля, когда праздновался День защитника Отечества еще со времен Союза. В храме Покрова Пресвятой Богородицы сегодня было многолюдно. Чтобы вознести молебен, горожане приехали сюда со всех районов Мариуполя.